превосходство английского образа жизни над всем остальным. Втайне они надеются, что когда-то весь мир будет говорить по-английски, есть fish and chips и думать так, как думают и живут англичане. Надо сказать, что они немало в этом преуспели, если вы посмотрите на карту мира и карту англоязычного мира, да, Канада, Австралия и...